Barchaga, barchaga, assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doimgidek Mr. Federico. Welcome to the game kanalimizga xush kelibsizlar. Demak do'stlar, bugungi video prosta shedevr bo'ladi do'stlar. Prosta shedevr. Lekin shunga qaramay do'stlar, mana shu mafiyani remake'iga o'sha Hunger 13 mana shu kompaniyaga juda ham rahmat deb qolaman do'stlar, chunki shunaqa zo'r o'yin chiqarganiga. Bugungi videomiz do'stlar mafiyani 12-chi proxajdeniyasi do'stlar, 12-chi proxajdeniya. Bugun do'stlar o'sha Don Morellani do'stlar yo'qotish proxajdeniyasi do'stlar. Nakonetsdan biz o'sha glavnisiga yetib keldik do'stlar. Video prosta zo'r bo'ladi do'stlar. Ayamasdan laykni bosinglar, kommentariyaga o'z fikringlarni yozib qoldiringlar do'stlar. Hammanglarga rahmat poddershka uchun do'stlar. Demak, men juda ham shoshayapman mana shu proxajdeniyani o'tishiga do'stlar. Demak, men boshladim o'yinni. Ketdik. Почамас по полиции по мосту. For a news report, and the biggest story of the day is that the chief of police admits his men have yet to apprehend any suspects in the brazen public assassination of city councilor Roberto Gilotti. Gilotti was gunned down while giving a speech at his own birthday party aboard the paddle steamer Lost Heaven Queen. According to eyewitness reports, the assassin made a daring escape by motorboat, aided by a number of associates, all under the cover of a lavish fireworks display. The public nature of the slaying, as well as the degree of... Том, ты как? Ну... Это бомба. Все сорвалось. Давайте об этом позже. А сейчас пошли завалим мудака. Идем. Что за херня? У нас послание от мистера Сальери. Нет! Пошли этих клоунов! Сейчас обучим тебя! Поехали отсюда! Завали его, Томми! Скорей! Бегом назад к машине! Нужно догнать их, пока этого идиота не пришили! О, давай, мотоцикл, блин, шлем за старый индуган. Управлять движки не там, да? Ой! Thank you.
Бошки это так. Творите, придурки! Убейте говнюка! Мазайно хочешь роман? Мне нужен здесь каждый боец! А ну, живо! Серджи! Он идет сюда! Нашла обратно. Patronu yoklar ya mı? Вот там! Я крышка!
Ana kel, çıx. Это битта бөлешкере. За что я вам плачу? Он сейчас все доки разворотит. Со мной!
Готовьте винтовки! Отстрелите его! Дай ему на дорогу! Прячьтесь на складе! Мы остановим его! Серджисен, там он. Сука, это что за херня? Твою мать, это что, поезд? Эй, сюда! Игрался и хватит, сука. Что думаешь, сможешь меня завалить? Я без него хам пляд. Я говорил тебе, меня не убьешь. Не такой ты и везучий, говнюк. Стой! Нет! Ос, Сергеем, кетте, достар. После убийства Серджа начался настоящий хаос. Семьи воевали друг с другом, а Морелло залег на дно. Но босс не может прятаться вечно. В противном случае его перестанут бояться. Наконец, нам стало известно, где появится Морелло.
Он хочет плюнуть нам в лицо. Сделать вид, будто войны нет. Встретим его на улице. Вот как мы сделаем. Будем ждать возле театра. До конца представления. И когда все богачи наружу попрутся, мы завалим Морелла и его быков. В народе. Прежде чем нас заметят. В театре будет аншлаг. Кстати, насчет зрителей. Туда может заявиться мэр или даже шеф полиции. В этом чертов смысл, Том. Замочим его в открытую. На глазах у городской элиты. Будут знать, кто здесь главный. Пусть уяснят, что ни жетон, ни мантия судьи, ни толстый кошель не спасут. Перейдешь дорогу Сальери, ты труп. Хорошо, босс. Мы все сделаем. Возьмите автоматы. Постарайтесь не привлекать внимания, пока будете ошиваться у театра. Достанете пушки только когда появится Морелла. И нашпигуете свинцом. Я хочу, чтобы его белый костюмчик стал кроваво-красным. Вам ясно? Да, босс. Вот и все. Наконец-то мы это сделаем. Шустрый какой. Надо добраться до театра, пока идет представление. Том, ты за рулем. Босс дал отмашку. Сегодня Морелла умрет. Сегодня? Нихера себе. Куда тебе, ребят? Жми на газ, Том. Поверить не могу, что мы едем за самим Морелла столько лет. Ни за людьми его, ни за семьей. Самого урода закопаем. Мы завершим эту долгую историю. Что будет, когда он умрет? Город станет наш. Не, я не о том, что с Доном будет. Думаешь, он будет тосковать? Думаю, он пошьет себе отличный белый костюм. Demek ki oraya yaptılar dostlar, Uzi Şefi diyen yetip geldi. Ettim mi onu? Sredcini ise, Sredcini ise, Sredcini Maria var. Başka bir Oh, 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 oh
Пора их вычеркнуть из списка. Он подохнет, и его шестерки вместе с ним. Ладно, лишь бы нас в твоем списке не было. Они только отремонтировали аэропорт после того раза. Там его громилы. Вижу их. Все там целы? Да, в порядке. Только стекло теперь в глазах. Саш, придется причесаться. Бросаем тачку и за ним. Вперед! Thank you.
еще коттен. Мы не разогнались! Поднимайся! Он сейчас летит! Стреляй по моторам! От него что, пули отскакивают? Все бестолку! Ничего не выходит! На условно идти! Он на сраном самолете! Брось! Я стрелять буду! Он еще не ушел! Я сяду за руль! Почему? Потому что я здесь водитель! Ого. А нам надо догнать самолет. А, точно. Ладно, делаем так. Едем за самолетом, смотрим, где он сядет. Гоним туда и валим урода. Эта птичка не сможет летать вечно. Он не сядет, он рухнет. Разве он похож на воздухоплавательный? Как хорошо, что профессор сегодня с нами. После крушения Морелло не сможет выжить. Для меня он не сдохнет, пока мы не увидим его труп. Уж вы-то двое должны знать это лучше других. Самолет нам парашют вел, а машина хайрон ходит. Куда это он направляется? Может, к гоночной трассе? За городом садиться безопаснее. Может, он и сядет, но безопасность ему не светит. Где бы он ни сел, мы скоро будем рядом. Босанос, босанос. Жалко, бормай. Все, ему конец! Да, конец. Верда, вах, верма, сыган, дышка. Думаю, он не думал. Сам, осон, теперь снится. Нам рано расслабляться. Нужно проверить, что он сдох, пока копы не явились. Такое никто пережить не сможет. Сколько дыма, твою мать! Невероятно, мы сделали это. Да. Поверить не могу. Соберитесь, держите пушки наготове. Сейчас нам нельзя облажаться. Времени в обрез. Сюда уже едут все копы в городе. Выходим, проверяем обломки, уходим. Все ясно? Конечно. Bir minut vakti kalmışlar. 40 sekund derdi. Aman keyif, keyif. Bitti sekund, namını çeker mi? Да
Господи боже. Ублюдок не понимает, что уже сдох. Теперь он понял. Да, брат. Теперь точно. Ладно. Валим отсюда. Ha dostlar, az yine ayançlı ya, müzikayı hem koru yapsalar. Bana şurasında dostlar, bana Don Salieri on tomonda, çap tomonda şu Marco, ortada şu Don Pepone. De, bunların boşluğu bugün de var. До встречи на том свете, Марко. Hudu bana şunda Sam и Polly'day da dostlar. Кейн у главный босс ургандан кейн икаласы аны окуган ажыраткан ярым шаһар саныки ярымы маныки деп